Огненные реки потекли по улицам шотландского города Леруик. Тысячи факелов зажглись в честь традиционного праздника викингов, одного из самых зрелищных костюмированных фестивалей в мире. Участники красочного действия, облаченные в доспехи древних воинов с мечами и копьями в руках, прошли через город к морю. Вслед за ними на специальной платформе провезли боевую ладью. В конце праздника корабль сжигают. Согласно старинным легендам, вместе с дымом к Богу возносятся души воинов, принявших достойную смерть на поле брани.